На відміну від Української асоціації футболу, Федерація баскетболу України вже прийняла радикальне рішення про призупинення усіх турнірів через коронавірус під її гідою і оголосила Дніпро чемпіоном Суперліги України. Кам'янський Прометей став бронзовим призером. На вересень перенесено Кубок України. Отже, за підсумками засідання виконкому, Федерація баскетболу України прийняла низку важливих рішень, серед яких завершити проведення чемпіонату України з баскетболу серед чоловіків у суперлізі і вищій лізі. Завершити проведення чемпіонату України з баскетболу серед жінок у суперлізі і вищій лізі. Перенести фінал 4-х Кубка України на вересень 2020 року. Призупинити проведення суперліги 3x3, а також молодіжних ліг до 3 квітня 2020 року. Рішення виконкому вступає в силу з 12 березня. Визначення призерів і зайнятих місць в чемпіонаті України буде зроблено відповідно до рейтингу команд на момент закінчення змагань. І сьогодні в ранковій студії програми «Дніпро футбол» ми першому маємо можливість на офіційному рівні привітати в особі президента баскетбольного клубу «Дніпро» Валерія Кондратєва з завоюванням золотих нагород чемпіонів Суперліги сезону 2019-2020 років. Валерій Валерійович, я радий, по-перше, що ви знову-таки в нашій студії. Вітаю з чемпіонством. Я знаю, що в декількох інтерв'ю напередодні ви говорили, дійсно приємно стати чемпіонами, але б нам хотілося б завоювати ці медалі у справжній спортивній боротьбі, пройти горнило плей-офф. І були ви, як президент клубу, були єдиним із тих керівників клубу, хто виступали за продовження чемпіонатів, чемпіонату Суперліги без глядачів. Але рішення Федерації баскетболу України було таким, що припинити всі змагання, які проводяться під її егідою, і зупинитися, і роздати медалі і слонів на тому, що ми маємо. От ваше відношення. Ну, по-перше, прийміть вітання наші. Добрий день, спасибо за поздравлення. Я і зараз, звісно, вважаю, що можно было сделать паузу в чемпионате и потом дальше решать, играть или не играть. Но по факту я не могу осуждать решение федерации, потому что никто не знает, чем дальше закончилась бы это и к чему дальше идет эта эпидемия. Поэтому осуждать такие решения, то есть я не хотел бы. А, конечно, то, что победа в чемпионате присуждена Днепру на сегодняшний момент из-за того, что Днепр в турнирной таблице с отрывом лидирует от других команд. В таком исходе, я считаю, это справедливо. Ребята в честной, бескомпромиссной борьбе это выиграли. Я уверен, что если бы были игры плей-офф, было бы очень сложно, непросто, потому что очень сильные конкуренты в этом году. Это и команда из Киева, и это и команда с Каменского «Прометей». Тот же «Химик» Южный. То есть я знаю, что были бы жаркие игры в плей-офф, но я уверен в силах наших парней. Я думаю, они бы прошли всю дистанцию и доказали бы, что они самые сильные на сегодняшний момент в чемпионате. Якщо порівнювати потенціал нинішньої команди, яка дочасно завершила сезон, із командою минулорічного зразка, коли ще був лідером команди Олександр Мішула, який зараз виступає в Туреччині, до речі, не в елітному дивізіоні, виступає у першому дивізіоні, не знаю, можливо, ви поділитеся, як йому там грається, все-таки рівень ліг різний. Як на мене, здається, що сьогоднішня команда набагато потужніша не тільки у порівнянні з минулорічним чемпіонатом, а взагалі, мабуть, команда десь за останні 5 років виглядить найбільш потужною. Да, я согласен, що на сьогоднішній момент команда, можна сказати, так ідеально по всім позиціям ми маємо. Глубокий состав, и даже несмотря на то, что в течение сезона были игроки некоторые подвержены травмам, то сразу находился у нас тот игрок, который на том же уровне мог заменить своего товарища. Поэтому я скажу, что на сегодняшний момент, если так оглянуться назад, я считаю, что
по комплектации эта команда была и есть самой сильной командой Днепра. Что касается Александра Мишулы, то его, это был его выбор, он хотел сменить обстановку, попробовать свои силы за границей. Вот, это его, его право, это наш воспитанник, и пусть лучше он попробует и об этом пожалеет, чем он что-то бы сделал бы. Не просится назад? Не, он не просится, он же... Гордый? Нет, он уверенный в себе спортсмен хорошего, хорошего уровня. Если он захочет вернуться в Днепр, мы всегда будем рады. Дивіться, вибачте, що я вас перебиваю. Дивіться, поки він був у Дніпрі, він як мінімум запрошувався до лав національної збірної, нехай він не був там, скажімо так, гравцем стартової п'ятірки, але його постійно запрошували. Зараз забули, хто такий Мишула. Мишула. Ну, я скажу, на самом деле не совсем так. Мишулу и сейчас приглашали в сборную. Просто там, где он играет, это вторая лига Турции. У них не было перерыва, не было окна на европейские отборочные турниры. И поэтому руководители клуба ему не разрешили ехать. По правилам турецкого чемпионата во второй лиге могут быть всего-навсего два легионера, остальные турецкие ребята. То есть Мишула один из двух легионеров, на которого рассчитывают и от которого хотят результат. Поэтому руководство клуба его просто не отпустило. А тренер национальной сборной хотел его видеть. И мы сами понимаем, что если был у Мишула, то я уверен, мы бы не проиграли этот нелепый матч в Запорожье. Когда, да, когда от наших защитников много... было надо, а из таких опытных людей был только один Денис Лукашов, а остальные были молодые ребята, которые не смогли дать тот результат, который от них ожидали. Дивіться, знову ж таки, якщо повертаєтесь до теми збірної, Дніпро на сьогоднішній день чемпіон Суперліги, Дніпро постійно практично леву частку турнірного шляху очолював турнірну таблицю. І на все, що спромігся головний тренер Багацький, це на запрошення Закурдаєва, який у підсумку так навіть не потрапив до переліку гравців, які не полетіли на поєдинок в Австрію, і не було його навіть, знову ж таки, у Запоріжжі у матчі проти Угорщини. Навіть у переліку гравців, які готуються до цієї зустрічі. Смотрите, я вважаю, що тут Закурдаєв точно би цій збірні не помішав, а помимо Закурдаева еще ряд игроков могли бы принести пользу команде. Но давайте посмотрим. Тренер Киевбаскета брал игроков, которых он уверен. Да. Как они играли, мы это видели. Помощник был тренера из Химика, руководитель. Пригласил игроков с Химика, которые тоже не выходили. Ну, на лавочке были. И был третий, это был представитель Черкасских МАП. То есть они взяли своих... Вас, если говорить так, я задам питання вам напрямую. Если говорить, ну я чув, чи, здається, з ваших вуст було, сказали ви, чому немає там Дениса Журавлєва? Ви сказали, що я його відпущу до національної збірної за умови, що він буде головним тренером. Інакше його там не буде. Ну, вы знаете, Денис Журавлев уже на протяжении многих лет показал, что он компетентный тренер. И во всяком случае, это был факт, что он был явно не слабее, а сильнее того же Мурзина. И если бы был выбор из украинских специалистов, я считаю, что очень сильный тренер в Южном. Действительно хороший специалист, много работал с иностранными тренерами, был первым помощником, сейчас он много уже лет главный тренер. Вот на сегодняшний момент Журавлев и Степановский, два таких украинских тренера, которые, я считаю, на таком первом уровне. И мне еще нравится работать Черния. Вот эти ребята. Когда вопрос стал об украинских тренерах, то Журавлев не мог быть помощником Мурзина, если мы одним украинским составом обыгрывали команды, у которых были по 3-4 иностранца. И его брать помощником у этих ребят, которые руководили таким миксовым коллективом, то это было как-то нелогично. Ольгович, ну я не можу не триматись від запитання, що стосується Єврокубків.
скажімо так, ми провально розпочали груповий відбір, три поразки. Але потім був ключовий матч вдома з болгарами, з лівськими. Паралельно «Київбаскет» тиснув на суперника і відкрив нам зелену дорогу для виходу у наступне коло змагань. А ми ось так безславно поступилися лівські. Здавалося, що команда виглядає безпорадною. Іноді така, знаєте, думка в голові там роїлася, що команда просто не хоче туди виходити, а чим вона має настанову туди не йти? Ну, також не може бути. Ну, на самом деле сложилась такая как-то обидная ситуация, потому что парадоксально навіть, да? Ну да, на выезде в Болгарии мы чудом не обыграли эту команду, только там роковые обстоятельства. Там у кого-то мяч выпал из рук, кто-то сам выкинул в аут, мы несколько очков им проиграли, поэтому ребята, в принципе, были уверены, что они выиграют дома. Но вот такое волнение, когда все решается от одной игры, и в то же время раскрепощенность и расслабленность болгарской команды, которая ничего в данном случае не решала. Если вы видели ту игру, то в первой половине все броски, которые они бросали, это там было в районе 23 очковых они бросали. Они забили, по-моему, бросков 14 они забили. Ну, это не оправдание, но такое редко бывает. И когда такое происходит, то очень сложно эту команду обыграть, достать. Да. То есть все, что пытались мы сделать, то это максимум сократить расстояние. В конечном итоге мы уступили болгарам. А «Київбаскет» в овертайме выиграл у «Минска». И, в принципе, сделал для нас то, что мы от них просили. Валерійович, повертаючись до дочасного зупинення чемпіонату, знову ж таки, в українському баскетболі зараз склалася така, ну, незрозуміла, скажімо так, ситуація. Ну, якщо раніше і в футболі це спостерігається, раніше було в баскетболі, коли Федерація баскетболу України делегувала права на проведення чемпіонату дирекції Суперліги. На сьогоднішній день, наскільки я знаю, директорату як такого Суперліги немає. Змагання проводить Федерація баскетболу сама. Якщо говорити там, ну, всі все розуміють, да, там дві команди нинішнього очільника цієї федерації, хоча ми не можемо там довести, що це його команди, але будемо відверті. Черкаські Мавпи, який в баскет, скажімо так, очільник федерації має певний вплив. Ви як президент баскетбольного клубу «Дніпро», що робити далі? От закінчився чемпіонат. Ну, куди б там більш-менш, хоча всі гравці одним чорнилом підписані контракти, чи це українці, чи легіонери, але українці вони дома, принаймні в Україні, у Дніпрі тут. Що робити з легіонерами? Їм потрібно платити заробітну плату і виконувати умови контракту. Немає форс-мажорних обставин, форс-мажорних? Ну, смотрите, що на сьогоднішній день відбувається. То, що федерация проводит чемпионат, а не Суперлига. Это факт. И в принципе у нас есть договоренность, что со следующего года все-таки мы возвращаемся. Уже мы об этом три года говорим, и три года нам обещают, что со следующего года будет чемпионат Суперлиги, со своим директоратом не будет подчиняться федерации, будет играть по правилам ФИБА и будет заключать договор с ФБУ на то, что провести по правилам ФИБА с учетом календаря, затвержденным Министерством молодежи и спорта. Все как раньше было. Но это три года говорится, и потом в конце все делается, как и было. Я думаю, в этом году это уже был последний такой чемпионат. Все-таки логично проводить его, чтобы в Суперлиге был свой директорат, чтобы руководители клубов, президенты клубов обсуждали и сами решали, как им дальше быть. Но не может же такого происходить, когда вот собирается президиум, в президиуме сидят там бывшие чиновники, функционеры, которые никакого отношения не имеют сейчас к клубам.
бывшие игроки, судьи, работники федерации рассказывают, что баскетбольному клубу Днепр надо делать так, Каменскому надо делать по-другому и так далее, тому, тому подобное. Ну, понимаете, то есть из-за такого подхода, то есть у меня и было такое недоверие к этому решению, которое приняла федерация. Да, если бы, к примеру, я увидел письма всех президентов клубов, которые в один момент сказали, да, мы не хотим, мы закончили. Ну, не было вопроса, не хотите, ну, что я могу сделать? Мы написали письмо, что мы при закрытых трибунах можем доиграть, онлайн-трансляции, 6 камер, болельщики могут их наблюдать и смотреть за играми. Но даже при этом это было бы решение Суперлиги. Нет, так нет, так нет. А когда за тебя решают непонятные люди, ну смотрите, там 3 человека, они работают, они получают зарплату федерации. Судьи, понятно, получают зарплату федерации. Бывшие игроки, которых делегировали бесславно, опускают глаза в пол и голосуют. Ну и что это за поведение? Добре, що далі ви будете робити на цьому етапі? От, ну, березень місяць, початок, ну, екватор березня місяця, сезон мав тривати як мінімум ще 2 місяці. Що далі? Ну, ви також в такому супроті вперше опинилися. Чи вже якісь плани для подальшого? Ну, звісно, те, що ми говорили на початку, що незрозуміло, як буде розвиватися далі подія з пандемією коронавірусу, але... Ну, звісно, прежде всего, ми беспокоїмося о здоров'ї ігроків, але те, що стосується там контрактных обязательств, и вы сами сказали, что многие в раздумье, как быть, как, потому что вы поймите, то есть многие игроки рассчитывали на, то есть март месяц, апрель месяц, там май месяц, это они со своими семьями, со своими родителями, с детьми, они должны как-то за что-то содержать семью, готовиться к следующему сезону. Так взяли все и обрубить, это для них, я не знаю, кто это сможет так полгода без работы, без зарплаты выдержать. Я не уверен, что найдется так очень много людей, у которых была большая финансовая подушка. Поэтому мы будем свои контрактные обязательства выполнять, потому что в постановлении и после письмо, которое пришло на областные администрации от Министерства молодежи и спорта, было указано, что соревнования только детские временно прекратить, а мужские и взрослые соревнования продолжать. У нас же федерация наоборот, мужские и взрослые прекратить, а детские поставить на паузу и потом, если карантин пройдет, продолжать. Поэтому такой пункт, что как фос-мажор и все закрыли, все закончили, то он такой, он немного здесь спорный. Поэтому, чтобы не... Коллизия, как у нас говорят, юридично, да? Да, причем указ Кабинета министров, наивысший орган управления нашей страны, тоже указано, что спортивные мероприятия... Рекомендовано не закрыть. А рекомендовать без зрителей может находиться на территории спортивных змагань не больше 200 человек. Поэтому, в принципе, я и хотел, чтобы мы Кубок Украины доиграли. Ведь посмотрите, какой абсурд получается с финалом Кубка 4 Украины. Ну, те, кто додумал такое решение перенести его на сентябрь, явно к спорту не имеют никакого отношения, хотя там были игроки, которые, в принципе, раньше сами участвовали в этих финалах четырех. Вы поймите, выбрали это право одни команды, а с учетом того, как у нас формируются составы в августе месяце, то большинство команд, я думаю, 30% не будет тех людей, которые выигрывали право быть участниками финала четырех. Но 4 легионера в каждой команде, которые находятся в финале четырех на данный момент. Я думаю, у всех будут заменены. Мы имеем только 2 легионеров, и не факт, что они у нас тоже останутся. Из украинских игроков тоже сейчас неизвестно, кто, как у кого здесь будет. Да, у нас есть своя школа, здесь есть свои игроки, мы там в этой позиции уверены.
Поэтому тот финал, который будет в сентябре, я не скажу, что это будет какой-то самый удачный вариант, и что ему по-честному будет разыгран суперкубок, потому что как, вернее, Кубок Украины, придут люди, которые за него даже не боролись, и кто-то окажется там с кубком и с трофеем. Это, я считаю, не по-спортивному. Ну що ж, на закінчення ми виходимо з того, що маємо. А ми маємо те, що Федерація баскетболу України офіційно оголосила баскетбольний клуб Дніпро чемпіоном України з баскетболу сезону 2019, чемпіоном Суперліги сезону 2019-2020 років. Ще ми вас вітаємо. Я думаю, що пройдуть усі негаразди, що мають місце. Я думаю, що ми станемо свідками вручення золотих нагород. І будемо вже орієнтуватися і готуватися до наступного сезону, як він буде складатися, як будуть розвиватися події. Я думаю, ми будемо оперативно інформувати, тим паче, що мені імпонує робота вашої прес-служби. Вчора, наприкінці минулого тижня, я дивився, як ви відвідували своїх друзів військових, яким ви презентували тренажери для їхнього заняття, я бачу для їхніх тренувань і відпочинку. Я бачу, що командир і військовослужбовці постійно присутні на матчах вашої команди. Тож, золотими вас нагородами, чемпіонами, дай Бог, щоб ми спільними зусиллями не тільки в Дніпрі, не тільки в Україні, а в всьому світі пережили цей страшний вірус, наскільки він страшний, можливо, те, що роздмухують, але ми маємо підчинятися тому, що ми маємо. З чемпіонством вас, і дай Бог, щоб у нас все було добре. Ну, благодарю за поздравления. Считаю, что этот сезон мы прошли достойно. У нас был трофей, мы выиграли кубок, суперкубок Украины. И ребята на протяжении всего чемпионата доказывали свое лидерство. Поэтому хотел бы их поблагодарить, а также, конечно, наших сумасшедших болельщиков, фанатов, которые делали невероятную атмосферу в зале. Вы знаете, что все команды с опасением всегда ехали в дворец спорта «Шинник», потому что атмосфера, накал, это был дополнительный игрок на поле, и посещаемость наших матчей, не хватало всех, не хватало мест на трибунах, и по наполнению наш зал на первом месте в Суперлиге, поэтому я еще раз хотел поблагодарить наших болельщиков за ту поддержку, а также наших воинов за то, что они дают возможность нам здесь спокойно играть и заниматься своим делом. Вот. Ну и пользуясь возможностью, хотел поздравить всех добровольцев, сегодня день добровольцев, с их праздником, потому что в самый сложный момент они оказались там, где должны были быть. И то, что у нас сейчас мирно небо в Днепре, это в основном благодаря вооруженным силам и добровольцам.